Аллах сказал в Коране, кто расходует явно и тайно, ночью или днем, их ждет награда от Аллаха. Шита, номри карта табгу, озиме сумма две партон, пагаю пагага насиб кауша, як мошимбору идмина мишон. Хаммаш банавистум ака, хаммаш банавистум, яга он ташат, бед намитям акаджу. О, гавкают, да, в прямых эфирах, конкурсы делают, разводят, пускай им стыдно будет. Это человек, который забрал всех таджиков из Домодедово аэропорта. Ты всем писал. Результат какой, брат? Скажи мне, пожалуйста. Результат никакой, брат. А даже не прочитай здесь СМС, брат. Имран, подожди секунду, брат. Твое лицо и так никто не видит, не переживай. Хорошо. Алейкум ассалам ва рахматулла. Как вы, братья? Я сейчас встретился с нашим братом. Это очень близкий наш брат. Это Хаджи. Очень близкий наш брат. Это не просто близкий, это человек, который... На протяжении многих лет посещает Чечню. Очень много знает наших хороших людей из Чечни. Это наш брат. Я ему сейчас говорю. Хаджи, есть наш брат из Таджикистана в Рязани. Вот он на связи. Имран, ты же на связи, да, брат? Да, 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 брат. Вот Имран на связи. Имран обращался, сколько ты... Имран, сейчас мы онлайн, да, это покажем. Эфире. Ты скажи, брат, сколько людей ты обращался, да, которые называют себя блогеры, да? Я именно... всем почти писал, брат, я всем почти писал. У меня есть переписки, я почти всем писал, брат. Ты всем писал? Результат какой, брат? Скажи мне, пожалуйста. Результат никакой, брат. А даже не прочитает СМС, брат. Результат никакой. Не прочитает. Хорошо. Я тебе что сказал? Если тебе таджикские блогеры откажут, то мы, альхамдулилля, тебе поможем. Но я сегодня встретился с нашим очень близкий человек, реально, Хаджи, это очень близкий человек. Это человек, который забрал всех таджиков из Домодедово аэропорта. 100 человек, 2 автобуса послал. Он не хочет, да, говорит, я говорю за него. Этот человек все таджики из Домодедово забрал, маша Аллах, и кормит их, альхамдулилля. Сейчас, когда он узнал, вот он не блогер, он не делает конкурс. Он говорит, Залиман, брат, дай мне телефон, это человек. Я вот даю, но я это решаю онлайн. Пускай те, которые, не постесняясь это слово, гавкают, да, в прямых эфирах, конкурсы делают, разводят, пускай им стыдно будет. Вот этот человек, Имран, вам всем писал, братья, почему вы не помогаете ему, а? Почему он должен сидеть и говорить, я вам пишу, вы не отвечаете? У тебя ребенок сколько месяц? 8 месяцев, брат. 8 месяцев ребенку. Вот смотри, брат, держи. Сейчас, смотрите, альхамдулилла. Хаджи, поговори с ним, пожалуйста, если не трудно. Турон. Ассаламу алейкум. Алейкум бассалам. Она карта таруи кё, сумма двек заруном. Иншолу йо пага ига. Ташкиль меним, як мошимбор, ойд меним, иншолу бери язана. Зор Рахмат Акаджон, Зор Рахмат Акаджон, Хаммаш Банавистум Ака, Хаммаш Банавистум, Яга Он Ташат, Бетнам Иттям Акаджон. Джуруни Москва, Данистум Ризан Дайм Ака, Я Бят Шабур Гуптав, Я Номер Задан, Я Задан, Я Задан, Сколько Джуруни Москва, Да, А Упамит Продукта Таскум Мекинема, Да, Это Кутир Язаном Акаджон. Не бачони, аки бе чуро хизмат кайсан да Москва, да областу, а хатан хизмат кайсан, аки... Шита, номри карта табгу, озиме сумма две партон, пагаю пагага насиб кауша, як мошимбор, уидмина мишон. Пожалуйста, люди спрашивают, да, скажите, что он говорил, брат. Это... Они, люди не понимают, да, здесь много. Номри карта табгу, брат. Номер карты, я не помню, а телефон. А телефон, Ягла. Ребят, мы помогаем одному брату, он с Рязани. Он мне видео прислал в Аллахе, там показывает видео, маленький ребенок, и кушать нечего там. Вообще нечего кушать. Сейчас ко мне приехал человек по другому делу. Клянусь Аллахом, вообще у нас другое дело, да, с Хаджи. Я говорю, Хаджи, вот такой ситуации, говорю. Он говорит, дай мне этот таджик. А да, этот брат говорит, альхамдулилла, мы помогаем, говорит. Не надо никакого помощи. Номер табгу ака? Нохсадуби. Онлайн, ребят, вот так. Нохсадаштудудо. Шаступань панжолчо. Номер чиме, брат?
5 тысяч, алхамдулилла, баракала фикум, алхамдулилла. Привет, панджа, зовут Партуфту, иншолу в Амрихиду, йо пага, ига, иншолу ки йордам от меня, анам. Все, перевод выполнен. Имран, все, вот наш брат Хаджи перевел тебе, баракала фикум ему, пускай Аллах ему вернет. И вам спасибо, и вот наш брат, дай Аллах вам здоровья. Амин. Все, вот так делайте помощь. Алхамдулилла, делайте так. Вот. Наш брат Хаджи. Машаллах. В прямом эфире проблем нету. Никакой блогер, он не блогер, никто. Просто он таджик, да, брат. Живет в России. 100 человек он забрал с Домодеда в аэропорт, кормит. Алхамдулилла. Все знают, да, его, что он забрал на двух автобусах всех людей, кто застрял Домодедово. Алхамдулилла. Вот так делайте добрые дела. Баракалла фит. Аллах сказал в Коране, кто расходует явно и тайно, ночью или днем, их ждет награда от Аллаха. Вот он явно расходовал, ему все равно это вернется. Пускай это будет пример тем людям, которые много болтают, ничего не делают. Алхамдулилла. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. Пускай Аллах будет нами доволен, как рабами. Увидимся, иншаллах.